Ну, вроде не лагает. Так, ну, вроде не лагает. Значит, Да. всем привет, дорогие аудиослушатели, радиозрители, телерадиовещатели. С вами сегодня... как там у тебя никнейм был, когда у нас был подкаст? Я забыл. Бабайка 009. Угу. Экей Бойка. И Old Gaming. Я не Z-патриотчик, просто так получилось. Ну, я не знаю, может быть, мало ли что... Блять, мне страшно, блять. Сука, тебе, конечно, весело. Ты смотришь стрим, тебе классно, тебе интересно. Я сижу, блять, вот, то есть объективно, ну, пиздец просто. Это компромат на всю жизнь. Я тебе потом такое расскажу. Блядь, мне страшно, я сейчас обошусь. Я помню, мы с сестрой также в чат рулетки сидели, в рулетке, блять. У меня на правой щеке V было нарисовано, на левой Z. Здрасте. Привет. Ой, я помню его, блять. У меня сейчас чел, который в Дискорде сидит, сказал, что тебя помнит. Ты уже с ним говорил. Помнит? Меня? Да. Он, видимо, или он с тобой разговаривал, или я, да, что-то такое было. Не помню. Ну ладно. С Харькова? Он тогда скипнул. Ты скипнул тогда, потому что. Возможно. Может быть. Чё, как у вас настроение? Нормально. Тебя как? Ну тоже это неплохо. Да, чем занимаешься? Сейчас? Или в целом? Вообще. Ой, ну много чего. А что, надо все рассказывать, да? Как на этот, на интервью? Да. Чат-рулетка же. Да я не знаю, мне кажется, здесь больше обычно просто обо всем подряд беседуют, чем спрашивают, кто где работает. Это чтоб, ну, типа, да. Он уже увидел себя зетку на шеврончике. Блядь, понимаешь, я уже... Блядь, зря я, по-моему, подрисовал. Ладно, похуй. Кстати, вот это мальчонка. Надо какая-то, знаешь, вот эти, которые, вот эти вот замерзшие эсэсовцы там зимой 44-го. Блять, что я придумал? Был холодный декабрь 44-го года. Орденская операция шла ходом. И когда там была орденская операция? В декабре? В декабре или в ноябре, я не помню. Декабрь, январь, помню. То есть я еще и помню. Здрасте. Здрасте. Вы откуда сами? Я город Тарас, знаешь. Тарас? Да. Тарас, ну да. Маленький такой, да, наверное? Думаешь, это где, да, думаешь, примерно? Ну, где-то центр Украины. Да не, я не из Украины, это у меня ВПМ просто. Да хуй знает. Блять, город Тарас. Просто Тарас — это очень украинское имя, показывает украинский флаг. Не, не, не С, а в конце З у нас. Тарас. Казахстан. Знаешь, Казахстан. Да, да. Ну да, 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 с Казахстана. Фильм смотрел, джентльмен? Джентльмен удачи смотрел. Ну, советский? Да, да, да. Да, конечно, кто же его не смотрел. Там, знаешь, класс. Один момент есть. А ты что хочешь? Я хочу Джамбул, там тепло, там моя мама. Знаешь? Ну да. Это про этот город, про Тарас говорит. Тебя просто переименовали. Я знаю, что в Казахстане иглу с Цоем снимали, вот это я точно знаю, в Алма-Ате. Это соседний город тоже. Ну, класс. Ну, казахи, блядь, немножко другое. С одной стороны, блядь, сейчас вас не будешь говорить, да? Вот как бы все равно, да? Блядь. Бля, Белов постоянно орёт, чё вы меня в Дискорд не позвали? Я ему, блядь, со всех аккаунтов везде написал, блядь, он вообще не отвечает. Кто написал, чё, кто пишет? Белов постоянно возмущается, я ему рассказываю, как мы в Дискорде с ним. А, почему меня не позвали, блядь? Я его зову, он вообще, Сербия. Блядь, не читает. Слава Сербии, блядь. Слава Сербии, брат. Слава Сербии. Кто там еще пришел туда? Чё, брат, я. О, это не фоллоу. Мы тут, блядь. Может, стрим здорово, посмотреть, брат. Просто? Здорово, братья. Работаем, братья. Брат. Смотрим. Ты стрим смотришь? Будем хохлов травить. А, наше видео врывается, это же я, под названием Энтони. Ты стрим смотришь? Да. Тут просто, понимаешь, вот такая проблема как бы нарисовалась, да? Петлицы несколько обновленные, и мне сейчас будут давать пизды хохлы. Не самое приятное занятие. Меня сейчас обоссут. Бля, у меня бабушка любит смотреть видосы, как хохлы бомбят. Здрасте. Прикинь, видос ты это найдёшь. Армия России, это уже хорошо. Или это трофейная?
Это армия России трофейная или так? Моя личная. А, ну тогда хорошо. То есть, ну, за Россию, за победу, правильно? Глупый вопрос, очень глупый. Ну, блядь, ну а что делать? Что здесь спрашивать? Блядь, а что она от меня хочет? Вот она здесь сидит, ну, в чат-рулетке. Она ожидает здесь умных вопросов. Пиздец, очень странно. Она хочет минет, брат. Блядь, если бы она была рядом, брат. Ой-ой-ой. О, бабушка какая-то. Бабушка тоже хочет минет. Ну, я, видимо, не очень хочу, потому что она не грузится. Она хочет куни, че? Куни или ингус. Как мы это? Хуй, говно, пизда и рот, это русский патриот. Так, ну, типа. Шутка такая. Здрасте. Блядь, слава богу, не взял. Ух ты, здрасте. А почему? Пошел нахуй, ебать. Здрасте, блядь, что? А за что я? Все уже запомнили. Я даже не прогрузился, блядь, еще. Шо? Дало... Здрасте. О, слава Сербии. Блядь, ну хули он листает? Какая Россия, нахуй, нахуй Россия. А прикинь, сейчас меня, короче, с хохлы со своим спутают, подумают, что это СС. Пиздец. Кстати, очень тонкая шутка, чтобы заметить. Подожди, блядь, у какой дивизии? У Гитлер-Югенд? Нет, не у Гитлер-Югенд. Блядь, у кого-то была молния. Такая... Тоттенкопф. Нет, не молния, блядь. Нет. На Зетку похожая. Ну там блядь, Зет. Как она... Вольфсгангель. Вольфсгангель. Вольфсгангель еще была дивизия. Там тоже Зетка, только тонкая была. Я, кстати, могу показать, если хотите, ну ладно. Есть В, есть Зет, мы их были, помню. Здравствуйте, блядь. Здравствуйте. О, Ваня, бро. Здорово. Чё, откуда, брат? Чё, откуда, брат? Из Украины. А город? А город? Черкасы. Москва. Черкасы. Черкасы. Ну это где-то под Москвой. Где-то под Москвой. Классно. Классно. А чё не спишь, брат? Чё не спишь, брат? Да. Скучно. Понятно. Спать не хочу. И чё тут вообще? Чё тут много адекватных людей? Много адекватных людей. Ну вот, вот то же самое. Не, раз, мне забавляет, как они не палят мою зетку эту сраную. Так вот. Так ты её рукой ещё периодически закрываешь. Ну, потому что мне страшно, очевидно. Во. Ну вот, да, типа... Это, блядь, Азов вот, все вот, взял. Вот, да, да, да. Вот, вот эта шляпа. Вольфсганг. Да, 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 да. Вольфс Ангель, извиняюсь. Зет за Азов. Бля. Сейчас нам прилетят санкции с обеих сторон, ты в курсе? Сторон, ты в курсе. Блядь, еще какой-то мужик. Нет, ты понимаешь, сейчас вот мы накличем на себя беду со стороны правительства России, а потом еще этот репарации будем выплачивать. Сука. Интересно, а когда... Блядь, что я нажал? Куда, когда последний раз заставляли вообще Россию выплачивать какие-то репарации, мне больше всего интересно. Вот, блядь, был такой? Да. После русско-японской, нет? Нет, 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 не было. Бля, я не знаю. Гражданство нужно. И там были. Давай, три историка сидят сегодня в чат-рулетке. Но страдает один. Здравствуйте. Бля, слава богу, она скипнула там нацистки. Здравствуйте. О, это наши парни. Свои парни, смотрю. С вами сейчас будет общаться Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Вы кто? Я? Человек с планеты Нибиру. Нибиру? Да. Нибиру в рот? Только где? Нибиру в рот. Вот это ты пошутил там, бро. Классная шутка. Отлично. Спасибо. Мне захотелось с тобой поговорить. Спасибо. Уже, да? Уже со мной. Ну, да. Давай рассказывай, не как надо. Тебя... С Нибиру Саша в рот, нахуй, не надо разговаривать. Разговаривай со мной. Ну, давайте, давайте поговорим. Да, Сань. Санёк обиделся. А вы, похуй, кстати, вот, блядь, сука, почему я называю пробел случайно? Этот, как называли этих, которые, типа, на этот против Майдана были, как их там, типа, спортики, гопники всякие? Как их называли, блядь? Колорадские жуки. Колорадские, какие в пизду колорадские? Нет, не то.
Там типа сепары, эти... Сепары. Да не сепары, ёб твою мать. Какое-то было понятие для них. Какие-то... тетушки, тетушки, ёпта. Во. А, тетушки. Которые типа гопники пиздились против Майдана, а потом за Майдан, потому что им заплатили опять. О, здравствуйте. О, Невзоров. Здравствуйте. Невзоров? Не, хуже. Пивел соль. Хуже, да. Да. Еще страшнее, да? Еще старее, да. Еще мудрее. Два Невзорова, блядь. Не-не, тот матерый пиздец насчет попиздеть, что я, блядь, равных не знаю даже. Разнесет, да, сразу? Ну, такой у него поставлен базар, так именно классический, я бы сказал. Вы еще позу такую занимаете, прям вот как он обычно. Я смотрел, он видосы свои записывает из кровати сидя. Да? Да. Ну, не видел ни разу. Видел, ну как там, у какого-то там в гостях там еще. Но умные иногда вещи говорит. Ну какие, например? Блядь, ну я не помню, что там, блядь, ну... Точно не помню, что-то иногда, блядь, да, соглашался с ним. Блядь, что-то не хочет этот дядьку разносить. Обычно, знаешь, мне подались бухие, бритоголовые гопники. Вот это вот интересно. А вот это, ну... О, вот эти еще замечательные нацисты. Здрасте. Привет. Здравствуйте. А вы откуда? Ростов-на-Дону. А, Ростов-Дону, блядь. Почему он как Украину показывает? Они уже к Украине приписали Ростов-Дон? Охуели совсем. Ну. Да ну, блядь, баранки гну, нахуй я не слушать ее. Здравствуйте, блядь, армяне. Тимофей Баженов. Это что за хуйня? О, блядь. О, Гарик. О, лондонский Челси, да? Да что вы, блядь, Гарик? Пошел нахуй. Он парит? Я на него уже свою жалобу кинул. Охуенный фанат лондонского Челси, я за них, блядь, 6 лет болел, а он мне говорит, иди нахуй. Отличная история просто. Здравствуйте, бля, о, вот это было то, это то, что надо. Она сейчас начнет орать, говорит, иди отсюда, дура Кацапска, вот это вот, нахуй, высирать, пуки вот эти свои. Именно 300 метров от вас. Эстония. Москва, Алик, резать тебя будем. У них настолько долгий интернет, что они еще не пришли. Ну, типа, эстонцы, типа, долго все делают, типа, понимаешь, шутку, типа, эстонцы, типа, медленные, как мухи, типа, и хуйня какая. Блять, пиздец. Здравствуйте. Цену строили месяц. Здравствуйте. Два. А вы откуда будете? Я город Сума. Сума? Украина. Сума, Украина. Да, вы откуда? Да, вот, вы откуда? Да вот сарашки, пидорашки. Вот так вот. Да. Ну, какую патриотичненько. Да ладно, шучу я. Это так я, чтобы разговор поддержать, конечно же, с Россией. Да не вопрос. Ну откуда, если не секрет. Ну, просто там... Будет, нет, если будет. Сидят сейчас за стеной, там чувачки Хаймерс направляют, то не дострелите. Ну, Тверь, короче говоря. Но если что, координаты потом поподробнее можете рассмотреть. Да я как бы... Никто не собирается по вас стрелять. Зачем вы нужны, ну, чтобы вас стрелять? Ну, а что нет? Можно расстрелять, почему? Не будем искать геолокацию вашу. Да, на данный момент. Прям ковровыми бомбардировками. Хорошо, на какие темы общаетесь? Да на любые, знаете, здесь кто попадется, ну вот. Вот вы попались, я так, не знаю, что я так понимаю, вам на тему военные. Ну больше, да зачем? Ну вы больше, меня разнесете, да? Да и все, господи. Правите меня на да трибунал. Не собирался я вас разносить, я общаюсь, потому как мне время убить хочется. А, время убить хочется? Так уже вечер, конечно. Я думал, все спать сейчас должны идти, типа. Ну, всем хочется, если кому время делать. Ну, это как бы это мое дело. А, хочу идти ну, спать, правильно, не да, хочу. В принципе, я согласен. И так же самое, вы так же самое. Правда, сидите, у меня время отдыхает. Еще больше, да, у меня время еще больше. Вот, пол первого уже. Пол первого, а, ну, у нас, кстати, совпадает время. А, ну, неплохо. И что тут у ну, вас? Ну, уже по Москве живу. Как у вас там настроение? Украинцы. У нас? Да. У нас настроение. Mm-hmm. Да так. Местами хорошие, местами не очень. Ну это так у всех. Все из-за той же войны, которая происходит. То есть страдают простые люди, как всегда. Страдают простые люди, страдают хорошие люди, которые в принципе. Даже исходя из логики общения
ваших пропагандиста там или кого-то, да и наших. Да, но люди хорошие, которые в принципе, так как и все, идут там, люди воюют друг против друга. Люди хорошие. Ну, понятно, что там, дети депутатов, как всегда же, не воюют. Ну, это как у вас, так и у нас. Это ж аналогично. Это... А идут хорошие друзья, идут воевать. Умирают. Кто умирает, кто калечится. Так, как и у вас, в принципе. Ну, я знаю, тоже есть связь. И еще такой момент, что призывают людей очень часто. Да. Ну, у вас, кстати, то, а как у вас оформили вот этот закон, который, что там... Повестки в онлайн там или как-то, да, есть такой, да? Есть, конечно. Скоро все его делают. Есть? Да. Уже сделали, просто я так не понял. Это только на призыв или только какой-то период или с какого-то времени? Нет, просто у тебя есть такой сайт госуслуги, ну, государственный. Если тебе приходит повестка и в течение 7 дней ты не явился, причем даже если ты ее не видел, у тебя отбирается право на частную собственность, на выезд из страны, на свободу перемещения. В итоге нужно явиться в военкомат и отслужить. Только потом тебе выданы обратно права. Классно. Противоконституционные действия. Ну да ладно, почему бы и нет. Классно. Ну, да, не то, что классно, просто деваться не понятно. Это я понимаю, в принципе. Так, по-простому. Ну, то бишь, это только не только для призывного возраста, это и под мобилизацию идет, да? Под все? Или у вас нет такой информации? Да я не знаю, но тут и под это, я думаю, они под все будут это косить теперь. А мне вот так вот, для себя, для общей информации, у вас есть такой пример, который из хотя бы ваших, хоть даже дальних знакомых, которого это коснулось, и он действительно попал под эту... Да, есть. Скажем так, мобилизм. Есть в сентябре еще, вернее, в октябре, я бы даже сказал. Не, я имею в виду не...